Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас обзор топ 10 из каталога Oriflame номер 6. В каждом каталоге очень много новинок, соблазнов, интересных предложений и акций, но я всегда стараюсь определиться с какими-то конкретными продуктами, которые я сама люблю и которые я буду рекомендовать, о которых я буду больше всего разговаривать. Естественно, я рассказываю и о других продуктах. Я всегда выявляю потребности человека и стараюсь подобрать самый лучший вариант, чтобы мой клиент был доволен на 100%. Для меня это самое главное. Надеюсь, что для вас тоже. Но почему нужны эти продукты? Они как якоря. Понимаете, если вы просто отдадите каталог и ничего не дадите как сопровождение, каких-то зацепочек, не расставите акцентов, людям будет трудно. Такой ассортимент, смотришь, и тут красиво, и тут, ой, какие помады, эти подороже, эти подешевле, какие лучше, что лучше брать. Поэтому я ставлю в каждом каталоге несколько таких отметочек, не всегда 10, бывает в каком-то 3, в каком-то 4, где-то пару закладочек, просто для того, чтобы люди хотя бы вот так вот сказали: ой, а что это она здесь заложила, так скрывает, и, например, спросит: а почему ты здесь прилепила вот эту вот яркую липучку? И я объясняю, что этот продукт мне очень-очень нравится и прилепила, чтобы не забыть рассказать и обратить внимание, что в этом каталоге на него огромная скидка. Вот так я действую. Сейчас я вам покажу, что я выбрала в этом каталоге. Мне очень нравятся смягчающие средства от Oriflame, и у нас выходит новинка с ароматом мяты, всего за 99 рублей, мой любимый бочонок. И у меня с этим бочонком связана смешная история. Когда я только пришла в Oriflame, каталог, конечно, был тогда очень тоненький, и там всего было несколько страничек, а то сейчас целый журнал яркий, красочный, тогда и скидок не было, в общем-то каталог был очень небольшим. Но я посмотрела на разворот и увидела огромную банку, и цена была такая низкая, я подумала: вау, надо брать, а почему так дешево? Когда я получила заказ, то в заказе я не нашла ту большую банку, а я нашла вот такую маленькую, маленький такой бочоночек, маленькую баночку, и думала: что это такое? Стала сверять по коду, оказалось, что это вот этот гигантский бочонок, который на развороте выглядел как огромный крем. А потом, вернее, это меня научило смотреть на объемы, на миллилитры. Я с тех пор всегда смотрю, сколько объем, что я получу в результате. Итак, бочонок оказался волшебным. У меня сейчас в руках не мятный, потому что я его еще не получила, как и вы, только заказ буду отправлять в воскресенье, но я вам просто показываю, как это будет выглядеть. Этот бочонок чудесный. Что я с ним делаю? Ну, во-первых, обязательно губы, хотя бы раз в день я его использую на губы, помимо еще бальзамы, смягчашечки другие разные Oriflame, мне очень они нравятся, но хотя бы раз в день, в основном на ночь, я наношу его толстеньким слоем, чтобы губы напитались. Я его часто наношу на кутикулу, потому что кутикула очень сохнет и выглядит не очень опрятно, а я люблю, чтобы маникюрчик был идеальный, поэтому я беру небольшое количество, особенно когда мы едем куда-то в транспорте, в дороге, делать нечего, бывает даже в маршрутке. Правда, в последнее время я не пользуюсь общественным транспортом практически, за год может быть два-три раза всего лишь проехала, но тем не менее я его всегда ношу с собой, потому что когда мы едем, я спокойненько между делом наношу на кутикулу, то есть сразу два дела, и добираюсь до места, и ухаживаю за собой. Отличное средство, если шелушатся, трескаются пяточки, то есть все, что сохнет, все, что вот, ну, как бы раздражено, все уходит мгновенно. У меня в детстве, когда Лерочка вот была маленькая, в ее детстве, это было спасение, потому что дети, когда у них вот сопельки, они все время так рукавичкой делают,
на улице, да, зимой, и натирают себе нежную кожицу вот тут вот на крыльях носа, и вокруг такой пятачок красненький. Я на ночь мазала, утром она вставала, и кожа была восстановлена полностью. Поэтому вот это средство, его можно вообще всем рекомендовать, а тем более с ароматом мяты. Я страничку потерла, мне кажется, это, ну, что-то будет просто вау, народ будет в восторге. У меня часто покупают этот продукт, и я его, конечно, всем рекомендую. Следующая страничка, которую я отметила, это средство для интимной гигиены. Кстати, это был первый продукт, который я попробовала в Oriflame. Я сделала заказ, заказала себе помаду и гель для интимной гигиены. Он тогда был в таком круглом тюбике, в длинном, а сейчас он сделан очень удобно, 300 миллилитров с дозатором, хватает надолго, потому что вот нужно одну каплю, чтобы хватило для того, чтобы искупаться, да, все наши интимные места, чтобы были в прекрасном состоянии, чтобы осталась мягкость, увлажненность, комфорт и приятный аромат. Это просто бомбический продукт. Кстати, если вы любите на кухне готовить что-то и часто используете такие продукты, которые неприятный аромат оставляют на пальчиках, например, лук, чеснок, рыба, селедка, ну, я не знаю, что-то еще такое очень пахучее, просто рекомендую вам нанести вот этот гель, оставить его так вот потереть, то есть не быстро нанесла и смыла, а вот прям хорошенько обработать ручки, да, помассировать пеночку эту везде под ноготочками пройтись, потом смываете, и запахов нет. Вот это очень классно, можете всем рекомендовать. Так, что у нас на следующем развороте? Конечно, солнце вышло, у многих еще, правда, холодно, где-то даже снег лежит, мне рассказывают. У нас уже жарко, сегодня мы просто в маечках выходили, убрали свой участок возле дома, все привели в порядок, устроили даже пикник на улице, кот с нами был. Но вот солнцезащитные средства — это не просто прихоть какая-то, девочки и мальчики, это средства, которые помогут нам с вами сохранить красоту и молодость кожи. Дело в том, что у нас есть вот такие вот, ну, факторы, которые влияют на кожу и состаривают ее, и на первом месте, я думаю, вы многие знаете, стоит солнце. То есть вот это фотостарение занимает первую лидирующую строчку, и это не в хорошем смысле. Поэтому если вы, например, пороетесь в интернете, найдите, есть фотография мужчины водителя, его сфотографировали, у него половина лица, которая всегда к окошку на солнышке, она у него такая старая, вот прям старик сморщенный, такой страшный, а левая сторона, вернее, наоборот, правая, более такая молодая, приятная, ровненькая, то есть как будто два разных человека соединили в одного. Это очень ярко показывает, как солнце на нас влияет. Поэтому, например, я без солнцезащитных средств не буду выходить на улицу. То есть если просто куда-то пройтись, да, а просто загорать, да тем более на пляж, без тюбиков наших никуда. У меня уже стоят в запасе, никто не знает, да, как сложится жизнь. У меня уже зимой они были, потому что я всегда готова куда-то стартануть, в теплые страны, на моря, где будем загорать. Обязательно для лица отдельно, для тела средства отдельно. SPF вы выбираете сами. Я не беру слишком высокие, потому что моя кожа нормально реагирует на солнце. Я с этими средствами не сгораю абсолютно. И мало того, что еще кожа не сохнет от солнышка с этими продуктами. А еще у меня есть один любимчик, он тоже есть у нас на этой странице. Это спрей автозагар. Я им пользуюсь уже много лет. Это какое-то чудо. Кстати, предыдущая версия, у нас были раньше крема с автозагаром, получается, потом спрей появился. Вот когда были крема, они сильно полосили, то есть прям вот трудно было распределить его аккуратно, чтобы не быть зеброй.
Потом появился спрей, но он все же давал какой-то оттенок, немножечко как бы в ржану получалось, но уже было лучше. И потом вышел вот этот малыш, его, кстати, очень надолго хватает, и у него красивый бронзовый легкий оттенок. Я его очень люблю, всем рекомендую попробовать им, просто пользоваться. Главное, очень хорошо отшелушить кожу, то есть я либо ванну принимаю, либо в душе хорошо купаюсь со скрабом, с гелем. Потом не нужно вытираться полотенцем, нужно промокнуть кожу, потому что если вы будете тереть полотенцем, вы можете, ну, где-то, может быть, кожа не совсем отошла, то есть вы ее, во-первых, сильно иссушите, и натрете, могут появиться катушки из мертвых клеточек, даже их не заметите. Поэтому промокнули тело, распределили, быстро разнесли аккуратненько, помыли ладошки. Какое-то время лучше походить обнаженной, чтобы лучше впитался, потому что если вы сразу на себя какую-то одежду накинете, то, ну, может быть, ну, скорее всего, нет, но все равно лучше походить голышом чуть-чуть, это даже приятно и полезно. Так, следующая страничка. Надеюсь, да, я так вот хорошо объяснила про этот спрей, потому что, ну, он очень классный. Следующая страничка. Я очень люблю такие спреи, то есть наши парфюмы в мини-форматах. Они приходят в таких коробочках. У меня даже есть, кстати, почему я не взяла, у меня же есть распечатанная одна коробочка. Ладно, ну, вы поймете, то есть маленькая коробочка, здесь всего 8 миллилитров. Кажется, ну, 8, это же так мало, в принципе. По деньгам получается, наверное, не так выгодно, если брать целый флакон. Но сейчас начинается пора, когда мы все куда-то едем, идем, стремимся, и капелька аромата всегда должна быть с собой, особенно если мы уезжаем, чтобы не тащить с собой большой флакон тяжелый. Поэтому я обожаю такие, вот таких малышей, они всегда спасают нас. И кто работает, например, утром нанесли дома аромат, а с собой взяли малыша такого, чтобы в течение дня добавить капельку, чтобы аромат стал чуть-чуть ярче и его хватило на весь день, потому что наши ароматы держатся 5-6 часов, до 8 часов некоторые по стойкости, а и совсем легкие. Поэтому хочется, чтобы приятно пахло все время, и нас выручают вот такие мини-спреи. Ну, на мой взгляд, это очень удобно. Например, если бы я была вот клиенткой, и для меня, может быть, даже дорого покупать большой флакон за 1500-2000, но зато я могу даже каких-то парочку взять, или три, или все четыре, да, на ту же сумму, что взяла бы один. А хочется разнообразия, потому что я не могу быть в одном аромате. Мне иногда бывает утром хочется один, днем другой, а вечером третий. Поэтому я их с удовольствием меняю, и у меня всегда стоят несколько ароматов разных, которые я чередую и пользуюсь то одним, то другим. Так, следующая страничка. Вы будете удивлены, потому что я обычно про Novage не говорю, но здесь не могу молчать. Во-первых, при покупке любого продукта серии Novage, любых продуктов от 4000 рублей, вы получаете в подарок вот такой чудесный крем для рук, антивозрастной. Кстати, этот крем шикарно убирает пигментацию с рук. Я вот практически полностью ее вывела, учитывая, что я пользовалась нерегулярно, не каждый день, от случая к случаю, и все равно у меня осветлилась кожа вся на руках и стала более ровная, приятная и молодая. Это мне очень нравится. Во-вторых, сейчас вышли такие уникальные, удивительные продукты, например, новая серия Brilliance, которая выравнивает цвет лица и подавляет пигментацию, то есть лицо становится ровным, кожа успокаивается, то есть если есть какие-то воспаления, покраснения на лице, то есть лицо становится более ровным, а это так приятно. Вот я когда начала пользоваться нашими средствами, у меня любимый комплекс Novage и коллаген,
я увидела результат, мне просто захотелось жить аж, просто это такое счастье, когда мелкие морщины уходят, лицо ровное, лицо приятное, делают комплименты, просто, ну не знаю, чувствуешь себя классно, потому что, ну, никто не хочет стареть, никто не хочет, чтобы появлялись морщины, пигментация, чтобы лицо выглядело усталым, сухим, согласны? Все хотят выглядеть классно, чтобы прям вау, так вот. И в этом каталоге у нас продолжает публиковаться серия «Дополнительный уход NovAge Procuticals». Это средство с пептидами, сыворотка, средство, забыла как называется, с ретинолом, с витамином С, отшелушивающий, да, пилинг, маска. Боже, это такие продукты, просто бомба. Вот вы, кто смотрите меня часто, замечаете, что у меня лицо поменялось? Шея, контур лица, да само лицо какое оно стало. Я, например, вижу обычно на себе не очень заметна разница, потому что мы в день себя 10 раз видим в зеркало, как бы мы к себе привыкли и понимаем, что, ну, вроде бы ничего не происходит. Я вижу сейчас, что со мной все время происходят изменения, и они мне очень нравятся. Особенно мне нравится утром. Я просыпаюсь утром, смотрю на себя, и я красивая, потому что у меня ровный розовый цвет лица. И у меня такая кожа была только в молодости сияющая. А потом начинается, рождаются дети, недосыпы, усталость, беготня, вот эта работа, работа. Постоянно как вот белка в колесе, и просто кожа становится серая. То есть нет вот этого вот юношеского, да, румянца. Сейчас он появляется. Я вам рекомендую очень попробовать эти серии, потому что, ну, эффект просто потрясающий. Так, я вам все тут показала, двигаемся дальше. Добрались до декоративной косметики. Конечно, здесь я буду говорить сразу о двух продуктах. У нас вышли новые палетки для контуринга, которые скрывают несовершенство, маскируют наши недостатки, подчеркивают достоинства. Они выглядят просто великолепно. Такие вот три палетки, они разные на разные проблемы. Вам нужно будет изучить, какие лучше вам подойдут, потому что все три, наверное, нет смысла приобретать. Возможно, вам нужна только одна или две, но если три, значит три. Ни в чем себе не отказывайте. Они чудесно выглядят, очень красивые по дизайну. У нас как-то давным-давно, в 2009 году, была палетка вот похожа на такую. Сейчас я вам ее покажу. Такая вот зелененьким, да, с розовым, как бы самый оптимальный вариант, чтобы нейтрализовать там покраснения, синячки, пигментные пятна и скорректировать, например, вот так, как зону под глазками. Самый вот, мне кажется, нейтральный такой вариант, который для большинства подойдет. Была такая палетка, и мы в то время не умели пользоваться. Мы в те далекие 2009-е года, мы не умели контурировать свое лицо и так далее, нас этому не учили. Но сейчас, когда у нас есть супервизажисты в компании Oriflame, тренера по продукции, и нам показывают, как это делать красиво, деликатно, чтобы действительно сделать красивым лицо, а не просто, да, там намазать себе пятнами и не знать, что с этим делать. То есть есть классное обучение, можно его посмотреть абсолютно бесплатно и научиться это все делать. Давайте посмотрим эти палетки повнимательнее, как они выглядят в деле, чтобы вы цвета посмотрели и уже понимали, как они будут работать. Первая палетка, три оттенка, светлый бежевый для сияния, вот такой вот приятный с розовинкой оттенок, светлый зеленый для маскировки покраснений. Так, кисточку очищу. И золотисто-желтый, он идет для маскировки темных кругов, шрамов, сосудов и пятен. Следующая палетка. Желтый для подсвечивания светлой и средней кожи.
Ой, какой желтый, как цыпленочек. Следующий — розовый, для здорового сияния кожи и стирания следов усталости. Маскировочки очень плотные, посмотрите, как они хорошо наносятся и перекрывают легко все недостатки. И бежевый — для маскировки пигментации темных кругов, шрамов, сосудов и пятен. Третья палеточка — светло-коричневый, для маскировки темных кругов, шрамов, сосудов и пятен. Темно-коричневый — для маскировки белых пятен и фиолетовых точек. И коричневый — для выравнивания тона и маскировки несовершенств кожи. А на соседней страничке нас ждет пудра, и я про нее очень хочу вам рассказать, потому что эта пудра произвела на меня мощное впечатление. Она, во-первых, красивая по дизайну стала. Эта пудра матирующая, что очень актуально летом, и она так красиво лежит на лице. Я с ней делала массу экспериментов, кстати, у меня есть видео на канале, я отдельно записала прям по этой пудре. Она зеркальцем с пуховочкой, и можно делать так вот, набирать пудру на пуховку и запечатывать макияж, если кожа жирная. Можно вбивать пудру этой же пуховочкой, чтобы вообще не было пор и кожа выглядела просто как глянец. А можно брать кисть и просто наносить как облачко. То есть любой способ работает. Пудра классно, она действительно шикарно держит выделение кожное, макияж стойкий, очень смотрится классно. Вот если на меня посмотреть, да, я весь день проходила сегодня с этим макияжем, и мне кажется, кожа выглядит очень даже супер. Давайте ее посмотрим по текстуре. Пуховочка и вот такая вот приятная пудра. Мой оттенок средний — 34648. Она очень шелковая, мягкая, так классно распределяется, и оттенок очень живой, то есть в нем нет желтизны, хороший ровный тон лица получается. Дальше у нас осталось с вами три закладочки, и конечно я не могла пройти мимо помад Ultra Fix серия The One. Дело в том, что эта помада 8 часов стойкость на губах, она матовая, у нее тоже классный дизайн, мне очень понравилось, что всю коллекцию The One перевели в такой вот дизайн, черный с серебром, очень лаконично смотрится, классно, форма вот такой квадрат, все вот палетки, пудры, румяна, помады очень здорово сделали, потому что предыдущая коллекция мне совершенно не нравилась, я об этом всегда говорила в видео, что мне кажется, это очень важно, как упакован продукт, потому что мы девушки, мы как сороки, вот нам надо, чтобы было красивенько, чтобы глаз цеплялся, чтобы было приятно брать в руки, чтобы было приятно достать, и чтобы все такие: вау, чем ты пользуешься. Я, конечно, не скажу, что это бомба, прям бомба, но тем не менее это действительно красиво. Чем мне нравится помада Ultra Fix? Она классно лежит на губах, вот действительно нужно провести один раз, и сразу цвет, она сразу фиксируется, нужно дать 10 минут ей встать, вот чтобы, ну, не облизывать, не вот так вот не чмокать губами, она встает, фиксируется, и 8 часов она будет держаться на губах. Единственное, если я кушаю, например, кушаю жирненький супчик со сметанкой горяченький, то да, она внутри вот тут вот естественно изменяется. Ой, вот это мой любимый цвет, красный, яркий красный, она действительно, конечно, изменится, и я не люблю ее подправлять, подтирать, я ее просто полностью удаляю в таком случае и наношу заново, и я не экономлю, естественно, эту помаду, потому что у меня их целых три, и помимо этих помад у меня еще
ну, примерно штук 30 помад и блесков, может быть даже больше, кстати, давно не считала. Я вам сейчас покажу три оттенка, которые у меня есть в моем личном пользовании. Первый оттенок — нюд, мой любимый, очень часто им пользуюсь. Второй — терракотовый, он уже более яркий, получается с ним красивый макияж, уже губы выразительные, такие сочные. И самый мой любимый — красный, так давайте код его посмотрим, 41804. Вот он здесь запрятался, красный. Шикарный оттенок, обожаю, когда у меня губы с этой помадой, настолько сразу выразительный, яркий, сочный макияж смотрится. Вот такие чудесные помады. А дальше у нас с вами тональная основа. Именно тональная основа с пребиотической сывороткой, антивозрастная. Извините, забыла сказать. Во-первых, у нее красивый дизайн. Во-вторых, эта тональная основа, она просто, просто бомбическая, классная. Смотрите, как она выглядит. У нее красивый флакон. Ну, флакон, понятно, крышечка. Красивая, так оформлена с золотом. И она отличается от всех тональных основ, потому что она как будто вот растекается, как вторая кожа по лицу. Она так красиво ложится, и она полезная, потому что пребиотики полезны для нашей кожи. Я пользуюсь постоянно увлажняющей эссенцией с пребиотиком, а сейчас еще и тональная основа, это очень круто, она классно лежит. Поэтому по такой цене, за 569 рублей, ее не было ни разу. Может быть, когда-нибудь она еще, конечно, появится с такой скидкой, но я думаю, надо ловить момент, пока она сейчас по такой акции классной. У нас всего 5 оттенков. Я выбрала себе ванильный холодный 413-27. Я тестировала тон с пробниками, а потом заказала себе большой оригинал. И я его планирую использовать летом на легкий загар. То есть сейчас вот у меня кожа совсем белая, и все равно подстраивается тон, очень красивый становится. И распределяется легко-легко по коже, прям растекаясь. Классный. И завершает тушь. Я не могла пройти мимо этой туши. В этом каталоге будет много тушей и разновидностей. У нас тут целая страница. Но я хочу рассказать вам именно про термосмываемую, про термостойкую тушь. У нее огромная пышная кисточка, она очень хорошо прокрашивает реснички, делает их такими большими, пушистыми, объемными. Но самое главное ее достоинство, что с этой тушью она ведет себя как водостойкая, с ней можно нырять в моря, в океаны, стоять в водопадах, даже ходить в баню, в сауну и в дожди, в бураны. То есть эта тушь не отпечатается, она не смоется. Но в отличие от водостойкой туши, которую я не люблю, потому что водостойкую тушь очень трудно стирать, нужно специальное средство для снятия водостойкой косметики, действительно реснички травмируются, а у меня они и так такие тоненькие, худенькие и ломкие, я за ними так тщательно ухаживаю, берегу. Поэтому эта тушь, ее не нужно снимать специальным средством, она снимается просто очень теплой водой, представляете? Просто ее смачиваем, глазки вот так закрываем, берем теплую воду, вот так вот смачиваем, смачиваем, и аккуратненько вот так пальчиками мы снимаем тушь с ресничек, как платьице. Это такое чудо, никаких глаз панды, никаких вот растертостей и так далее, это такая прелесть. Вот попробуйте и потом напишите мне в комментариях, понравилась вам эта тушь или нет. А кто пробовал, девчонки, поддержите, напишите свои отзывы. Например, моя дочка, мы подумали, что эту тушь сняли с производства, и моя дочка сказала: мама, как я буду жить без этой туши? Я в какой-то последней вот распродаже, я ее купила сразу несколько штук и все ей подарила. Тут мне звонит подруга: мне нужна тушь. Я говорю: а ее сняли с производства. Она говорит:
как они посмели, как мы без нее будем жить. Тут вторая тоже пишет: мне нужна эта тушь. И я говорю: а ее больше нет. И тут я вижу ее в 6-м каталоге. Я всем сразу всех обзвонила, в чате с клиентском написала все про нее, и буду очень много ее заказывать и впрок на всякий случай. Пусть будет, потому что летом эту тушь просто можно вот, ну, всем рекомендовать, потому что и жарко, мы потеем, у многих тушь осыпается, отпечатываются сверху, у кого-то снизу. Эта тушь точно не отпечатается, она просто вот прям прелесть какая-то, нереальная прелесть. Вот такой у меня топчик. Конечно, я очень люблю и помады On Color, я люблю наши дезодоранты и тоже их буду рекомендовать и заказывать. Да, здесь очень много всего, и распродажи гелей для душа таких классных Discovery, но нужно было выбрать 10, а у меня все равно получилось больше, да? На одной страничке было палетки и пудра. Ну и что? Ну и что? Пусть будет. Зато эти продукты, они просто вот классные, суперские. Я знаю, что вам они тоже многим нравятся. Я жду от вас поддержки. Напишите в комментариях ваши любимые продукты, ваш топчик, то, что вы будете рекомендовать, о чем вы будете с любовью говорить людям, чтобы у вас были заказы, чтобы люди знали, какая крутая у нас продукция, и пользовались с огромным удовольствием, и все становились еще красивее, счастливее, потому что красивая женщина становится счастливее однозначно. И всем вам желаю счастья, до новых встреч, всего доброго, пока-пока.